Метроэкспо самое интересное сегодня происходит здесь. Павел Яковлев мой следующий гость. Павел, расскажите, какую компанию вы представляете? Я представляю компанию DataCrat. Мы системный интегратор в области автоматизации торговли, 27 лет на рынке. Слушайте, 27 лет – это достаточно серьезный срок. Я знаю, что сегодня вы представляете совершенно, не знаю, как это правильно назвать, какую-то новую опцию или услугу для потребителей. Вот расскажите о ней чуть подробнее. Да, здесь на выставке Метроэкспо мы представляем первый в России магазин без продавцов. Это аналог американского проекта Amazon, только адаптированный к условиям российской действительности. Человек может прийти в магазин, сделать необходимые покупки, рассчитаться и уйти без персонала, без привлечения персонала магазина с помощью приложения и тех средств автоматизации, которые, соответственно, мы реализуем, и тех, того программного обеспечения, которое мы, как компания DataCrat, реализуем для предприятий розничной торговли. А правильно ли я понимаю, что речь идет о частичной автоматизации, потому что совсем от живого персонала в магазине отказаться, совсем сложно, наверное? Персонал магазина без продавцов – это один человек, которого мы называем стюарт, который занимается поддержкой работоспособности данного магазина, занимается его уборкой, контролем за чистотой торгового зала и контролем за работой оборудования, которое используется, эксплуатируется внутри магазина. Как скоро, по вашему мнению, удастся открыть первый подобный магазин, где не понадобится совсем персонала? Ну, у нас уже есть 3 договора о намерениях и 4 предварительных контракта, поэтому я думаю, что в этом году вы увидите эту технологию во всеоружии на территории Российской Федерации. С удовольствием будем следить за вашим проектом. Надеюсь, что наши зрители тоже смогут воспользоваться всеми преимуществами компании DataCrat, потому что это самое приятное и самое удобное решение для бизнеса.